Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Audi Q7 2008 года выпуска. Двигатель 3 литра турбодизель, автомат полный привод. Пробег на автомобиле 135 тысяч километров. Пришли фильтра, масло на двигатель, но не пришел салонный фильтр. Поэтому видео по замене салонного фильтра будет отдельно. Открываем пассажирскую дверь и снимаем снизу пыльник. Внизу в ногах под бардачком снимаем вот этот пластиковый пыльник. Здесь три клипсы. Их просто выдергиваем. Теперь снимаем разъем с лампы. И вытаскиваем его. Снизу один саморез. И вот второй саморез. Головка. Головка на 5,5. Стелю здесь пакет. Потому что наверняка посыпется грязь. Оба самореза я снял. Теперь снимаем крышку. И вытаскиваем фильтр. Ну, видите, по состоянию фильтра он прошел не 10 тысяч. Так вот делают его людям. Берем новый фильтр. Новый фильтр фирмы Goodwill AG286CFC угольный. И стрелкой к отопителю вставляем на место. Закрываем крышкой. И наживляем оба самореза. Фильтр меняется легко, не легче, конечно, чем на других моделях, но и сложности никакой нету.
Ставим на место пыльник. Одеваем разъем на лампу. Заводим две направляющих в пазы и защелкиваем три клипсы. Все. На этом замену салонного фильтра я закончил. Всего вам доброго.